Мы должны почувствовать, как изо дня в день мы становимся все более и более объединенными вместе. Так, чтобы это было в каждой десятке и между десятками. И это вещь естественная, она происходит также в природе. Происходит между молекулами, атомами, любыми частями, частицами в природе, материи. Так и мы точно так же должны быть в этом. Ну, кроме того, что это происходит естественным образом, есть еще много разных мнений. Каждый находится в каком-то своем понимании, что такое объединение и что значит делать правильно. Но здесь человек должен подобить себя тому, что написано в книге, в трудах Рабаш. А иначе он учится не в правильном месте. Как каждый может придавать важность всему, что происходит в десятке, это самое важное. Не все, что происходит в десятке, важно. Человек должен поставить перед собой труды Рабаша, ну, Бальсулама, конечно, понятно, Тора, труды Рабаша, Бальсулама, Рабаша, и постараться все время впитывать через них, через эти источники, его науку Тору, а много мнений, это я не понимаю. Оставь это все снаружи. Не можешь оставить снаружи, и себя там тоже можешь оставить. Ну, хорошо, у нас есть труды Рабаша, труды Бальсулама. Да. И исходя из того, что мы вместе их читаем, мы можем прийти к состоянию, когда мы понимаем, что важно. Мы выясняем, что для нас важно, и как правильно впитать то, что важно. Как выяснить это? Через чтение, через разговоры. Продвигаемся от статьи к статье. Статьи к статье. Вчера мы говорили в десятке, что в течение дня у нас нет времени говорить о статье, которую мы читаем утром. Мы не находим время. И что делать? Я не знаю. Может быть, есть время до урока, время после урока, полчаса, когда-нибудь еще на протяжении дня. Нужно прочитать снова статью, поговорить. Я не знаю. Так, как вы решите. Так, как вы решите. Вы должны вместе принимать участие, вы должны обсуждать, вы должны обдумывать. Как вы все это понимаете? Соответственно, этому продвигаться. Но не каждый в своем направлении. Нужно больше быть, как один человек с одним сердцем. Беседа?